Расширяется охват программ, нацеленных на создание достойных условий жизни. На карту созидания уже занесены многие адреса, и особый приоритет отдается отдаленным уголкам страны. О благоустройстве и обновлении многое могут рассказать и жители Кумкурганского района Сурхандари, где открыли двери объекты социального и экономического значения. Кумкурганский район Сурхандаринской области. Здесь из 61 махалинского схода граждан 23 не было собственного здания. В течение прошлого года возвели новые объекты в 11 махалях. В текущем эта работа продолжается. Тем самым у жителей Махали Боботок появилось еще больше возможностей для решения актуальных вопросов. Здание, долгое время находившееся в заброшенном состоянии, было полностью реконструировано и передано махалинскому сходу граждан. Наша махалля была благоустроена. Она очень преобразилась. Класс радуется, когда смотришь на все это. Спасибо руководителям и тем, кто этому способствовал. В просторных и светлых комнатах удобная мебель, которая хорошо дополняет современный дизайн помещения. Данное здание также вмещает социальные объекты, различные клубы по интересам. Здесь занимаются подготовкой и переподготовкой кадров, трудоустройством граждан, занесенных в железную, женскую и молодежную тетради. Я с детства интересовалась швейным делом, но, к сожалению, не было условий для овладения этим мастерством. Очень рада тому, что открылось здание Махали, где созданы условия труда для нас, молодежи. На сегодняшний день здесь уже открылись курсы шитья, вышивки, компьютерной грамотности. А салон красоты стал инициативой, воплотившейся в жизнь благодаря молодым предпринимателям. В результате масштабной работы, проводимой в регионе, строится и вводится в эксплуатацию ряд дошкольных образовательных организаций, что свидетельствует об огромном внимании, которое уделяется воспитанию подрастающего поколения. Большой радостью для жителей Пахтабасского района стало открытие 25-й государственной дошкольной организации. Вместе с этим новые рабочие места созданы и в открывшемся 23-м детском саду в Махале Баймаклы. Не менее важным стал ввод в эксплуатацию дошкольной образовательной организации номер 7 в Махале Навбахор Кумкурганского района. На мероприятии в честь открытия гостям были продемонстрированы спектакли и любимые виды спорта воспитанников. Данное учреждение рассчитано на 120 мест. Его открытие стало настоящим праздником для жителей Махали Набахор, потому что это позволит расширить охват подрастающего поколения дошкольным образованием. На этом преобразования в Сурхандаринской области не закончились. Кумкурганский район. Здесь открылся 11-й IT-центр, где проводится обучение цифровым технологиям для организации эффективного использования компьютера и интернета среди молодежи. Для обучения нетрудоустроенной молодежи мы организовали специальную программу, в рамках которой юноши и девушки в течение 9 месяцев будут обучены английскому языку и навыкам IT. По окончанию курсов им будут выданы дипломы и оказано содействие в трудоустройстве. К сведению, в настоящее время в области действуют 8 кружков программирования, которые посещают порядка 40 молодых людей. А созданный центр будет служить развитию навыков молодежи в использовании информационных технологий.